Здравствуйте, рад приветствовать вас на новой серии Террарии. В этой серии я буду убивать, и не только я, будет Артём убивать. Здравствуй, Артёмка! Всем привет. Мы будем убивать, тыквенную луну. Вот так вот. Стало очень-очень тыквенно, если вы понимаете, о чем так, я. Стоп. Первая волна. Мне кажется, или мы сразу же Жору... О, так, смотри, кто там? Там пугало. Пугало-шмугало. У нас сразу и кровавая луна, и тыквенная луна. Ты не лезь на рожон туда, чувак. Хотя можешь лезть вообще куда хочешь. Его, главное, чтобы мы выжили. Так все равно выжим. Ты думаешь? Мы же возрождаемся как бы. Не, ну это не считается. Мы все возрождаемся, даже... О, да. О, как много урона. Вообще, будем навстречу идти или подождем? Пойдем вернемся обратно, тут хоть факела есть. Да, моя ферма, кстати, нифига хлорофит не выращивает. Потому что она не взаимодействует с этим... со светом. Света-то не видно. Каким светом? Так, ей нужен свет прям. Допустим, надо ее вот здесь положить было. Сбоку? Здесь, и она бы разрасталась бы. А надо было сбоку класть, да? Ну да, вроде. Ну, как-то так. Окей. Я попробую, все уж. Прям. Так, вторая волна. Ой, это кто там? Вторая волна. Да придет тыквенные убийцы. И да возьмут наши души. У меня мана кончается какая-то. Так вон, беги им навстречу и бери. Либо отходи за меня, прячься, и я буду вот тут их коцать, а у тебя будет восстанавливаться. Слушай, может тебе меч дать какой-нибудь, который 65 урона наносит? 67. Давай. На. Да, сейчас. Пчелы в атаку! Сколько ж пчел-то? Все, давай. Я напялил на себя черепашью броню и в ней хожу. Я перестал быть магом. Как ты понял. Ну да. Но зато вот эта вот коса, она очень... Очень крутая. О, третья волна. Кто третий? Хеллдаунс, это кто? Хеллдаунс, Спилберг сейчас придет. И будет нам рассказывать. Собаки. Да пофиг, смотри, они даже не могут подойти к кому. К тебе. Бедная собачка, нарвалась на секиру, бедная собачка. У меня очень такая мышка чувствительная. Чувствительная? О, собачка сзади. Все в порядке? Все, давай. Что-то они вообще к нам не подходят. Они не могут подойти, потому что отдача... Что? Дерево какое-то... Да, сейчас будет дерево черное прыгать на нас. Наверное, сверху упадет. Если бы я был деревом, я бы падал на своих противников сверху. Че-то черное дерево, понимаешь, да? Yeah. Есть белое дерево, а есть черное. Слушай, ты че? Вон, видишь оно какое? Огненное. Oh. Черное не произноси, она афроамериканец. Нифига, у нее там 12 тысяч. Нормально. Вот это уже по-мужски. Надо крутиться, парень. Надо крутиться, да? Опа, по-моему, я сейчас сдохну. Надо тогда нормальное оружие включать. Можно прыгать вот сюда так вот. Если у тебя есть чем... А, ты ножиками можешь махать. Стоп. Что стоп? Мне остановиться стрелять? Не-не-не-не. У меня просто мана кончилась. Что? Какое-то дерево. Так, надо хилиться. Хо-хо-хо, меня убило. Я приду. Ты не умер? Я умер. Надеюсь, они еще останутся. О, пираты прибывают, прикол. Беги к медсестре и лечись. Вот дерево еще не ушло. Ты представь, нас идет и обычная луна. И кровавая. И плюс пираты. Эй! Куда он убежал? Куда он сныкался? Убежал. Что, закончился, что ли? Закат, потому что... Я разочарован, потому что я умер. Все умерли. Надо что-нибудь тут собрать. Я в лаве умер. Ты в лаве умер? Да, как обычно.
Так, все так. Сейчас пираты придут. Ну, пиратов нечего убивать. Они лохи. Хочешь прокол? У меня есть пугающая древесина. Какая пылающая? Пугающая. Пугающая. На, возьми. У меня есть шляпа пугала. У меня есть какая-то... О! Штука, которая превращает меня в волка. Блин, нет, не превращает нифига в волка. О, пираты попёрлись. Смотри-ка, у меня шляпа. Что? Класс. Да уже выбил. Только начал, уже выбил. Так. Не, ну пираты это еще телошки. Ну, когда ты с ними сражался, они не были такими. Ну, я потом их два раза фармил и без проблем с ними справился. Ой, я уже пират убил. Ничего. У меня шляпа моряка есть тебе, дать? Не, у меня тоже была. Мне нравятся рога, я не знаю что, но с рогами я на ты. Давай. Сам главное от пирата убить, он самый такой... Это... Лила! Ты видел? Эта тетка правда похожа на Лилу. На Лилу? Ну, из Футурамы. А, понял. Такая, которая из арбалета стреляет. Да, все, понял. Вот она! Так, у меня есть уже знаем пирата, тебе это надо? Кто? Или нет, есть? У меня есть. Так. Так. О, как вас много, прекрасно. Же, ну, много их так. Yes, yes, rock and roll. Там злая точка. Злая точка. У парней была злая точка. Yes. Так, подожди, стоп. Надену я шляпу лучше. Похоже, как будто пакет себе натянул на голову. Да-да-да. Это очень устрашает. Очень устрашает. Это еще белое лицо. Я в этом месиве не вижу указатель, куда мне тыкать, чтобы их убивать. У меня еще красный указатель. Красный? Да, у меня тоже. Так, а тут кругом кровь. Блин! Опа, рубашку надел. У меня теперь рубашка есть. Да, с них выпадает. Не так, и все, откилился. А, ну что там они? Живы? Ну да, похоже, будет долго, но потому что... Да не, по-моему, недолго, потому что... Вот так, птички все там. Потому что ты уже, может, два... Ты, я не знаю, в общем, два пирата уже умерли. Придет третий, и все. Три, по-моему. Три? Да. Ну, таких этих, крутых, с пушками тогда. Да, я понял, ну. Ты покажи, здоров. Так, ну я вижу как-то. Ты не забывай лечиться. Я с тыквой забыл лечиться. Ну я один раз только лечился, и все. У меня есть золотой стул. Ну, а с них всегда падает либо унитаз, либо стул. Не знаю, что у них, какие проблемы с этим. Насколько это символично. Либо унитаз, либо стул, и золотая дверь. Полный набор моряка. Да. Так, вот он, вон он. Пират. Да не так отхилится. Все, ну, мы убили. Мы убили, а почему-то еще не закончилось. Ну ладно. Возможно, надо четвертого убить. Не знаю даже. Фи-ха! Ох, там внизу, смотри, сколько. Что там? Вон там внизу прыгает пират один этот, четвертый. Да? Стоп, стоп. Так, пират, арбалет, так, арбалет, у меня арбалет. Отбивание атаки пиратов где-то в подземелье. Ну. Да. Так, у тебя есть еще призыва какая-нибудь? Да. А что? Кого? У меня еще призыва снеговиков. Но мы еще не отбили этих. Я не хочу. По-моему, почему? Была. Чё? Чё, прямо сейчас призвать? Ты... Ну, может, нет, не призывается. Все по хардкору. А, ну окей. Опять пришел этот. Наверное, на двоих больше приходит. Наверное. Так, стоп. Он на меня прет, он прет на меня. Ты кто? А, я победил. Так, давай. Было прикольно, если бы арбалет выпал. Какой арбалет?
А зачем арбалет? С этого, с этой, моряка. О, все, мы отбили Зора. Атаку. Мы что, призываем этих снеговиков? Снеговики! Они только... не призываются, только ночью, наверное. А, ну, наверное. Я, правда, мне кажется, что это фигня какая-то. Почему снеговиков надо ночью призывать? Мне кажется, это просто... Не знаю. А как она выглядит? Такой шар, да? Нет. Такой... Покажи. А, где? А, да-да, это замерзшего надо. Ночью надо вызывать. Чунду переворачивай. Мне выпало с этих... кровавую тыкву, хотел сказать. В кровавую тыкву мне выпало такое... приблуда, которая... превращает держателя в волка ночью. О, ну вот это было прикольно. Werewolf, я не знаю, что это такое. О, у меня есть глазная повязка. Которая вообще... Смотри, прикольно, да? Как будто опять у тебя на голове гнездо. Или лучше вот так, или вот так. Как? Пакет или гнездо? Да. Лучше шапку ту прикольную, Арчера. Я не забыл. Окей. Хо-хо, третья луна. О, маленькие деревца. Смотри, собаки, блин. Сейчас. Минута. Да, думаю, минутой ты не отделаешься. Да. Сейчас сколько там будет волн? Я не знаю, сколько волн. Штуки 3-4. 20 там волн. 20 волн? Да. О, не, по-моему, меньше. Да 7 нет, или 8. Сейчас, вон дерево. А, мазафака! Как-то оно не с той стороны, да, пришло? Да. Давай, да. Деревце, вниз, иди вниз. Во, оно село в это. А почему наши эти... Нет, она значит бревно. Во, дерево, дерево. Сейчас будет получать дерево дамаг. Оно взлетает немножко. Надо, значит, немножко все-таки передвигаться. И уклоняться от его огненных этих. Я ману жду. Кто? Я ману жду. Мана нужна? Ману жду. Ману ждешь? Она на тебя загрела. Yeah. Yeah. Yes! I feel! Yes! Это было первое, сейчас будет еще не их две. О, смотри, кто прилетел сзади. Опа. Кто? Не знаю, какой-то полтергейст с 2000 здоровья. Но он тоже почил на лавре. Лаврах или лавре. На лавровом листе. А у меня нормально, я пока... У меня... О, еще одна идет. Улетай! Ты жив? Лечись! Лечись! Опа! Вау! Слушай. Да. У тебя чуток не подвисает? Нет. А у тебя чуток подвисает? Ну да. У меня даже не чуток. Оп! И, по-моему, ты умер. Ничего, возрождайся, сейчас. Будешь заменять это, меня. Это сейчас. Траурное дерево, прикинь. Траурное? Надо пожалеть его. На респавне уже там. Пуш, надо было пушить. Иди подвисает. Лечись к медсестре. А, ее нету. А-а. Из пушки стрелять это мертвый номер. Да. О, еще какого-то. Дариуса. Дариуса. О, теперь два полтергейста. Прикольно. Весело, правда? Ну да. Ты не стой на месте, передвигайся. Это да, я знаю.
О, мы отбили. Да, наконец-то. Слушай, мне надо маме что-то подобрать. Только не прыгай в вагоне. Я пока полтергейста всех убью. Мы только избавились от нее. А сейчас их придет две. А у меня здоровье уже осталось совсем чуть-чуть. Слушай, тогда хилимся где-нибудь. Давай, хилися, хилься. Вель, ван хилься. У меня 2 секунды до хилинга. Yes! Фу! Блин, у меня из-за двойного прыжка еще нету. Ну чё там? Не знаю. Я вниз просто стреляю, я не знаю, ничего не вижу. Ну лучше так, наверное, чем сдохнуть сразу. Опа! Ничего, так нормально. Сейчас он... Нормально. Главное, вниз не спускайся. А, у тебя мана заканчивается, блин. У тебя нечем стрелять. Надо было тебе сделать эту... Акулу. А, ну да. Ну зачем, да. Зачем сделать-то? Купить? Ну, мега-акулу сделать. А, да, точно. Мы что? А, нет. 9 секунд! Мы еще 9 секунд! Одну... Я еще жив! Мы еще даже одну не убили. Ничего страшного. Зато мы еще живы. Оп. Их 2 там? Да. Я даже не видел. Страшно туда посмотреть. А, я бы сказал что-нибудь веселое, если бы знал. Потому что по всему... Лучше бы снеговиков призвали. Лучше бы снеговиков, да. Давай, возрождайся заново и ждем тебя снова на нашей телепередаче. Вообще. Тыквенная луна. Так, у меня уже мало хп. Уже мало хп? Так лечись. Или у тебя еще делает... работает дебаф? У меня еще много хилов. У меня еще много хилов. Где что? Ща, подожди. Ща, я нормально пока. Ну, я тоже пока. У меня из-за этого дерева лагает, из-за этого я его убью. Он меня разозлил сильно. Еще раз ты сдох. О, я убил их. Пампкинг. Что-то еще одна пампкинг. 7-я волна. 7-я? Yeah, пампкинг, 7-я волна! Come to me, my pumpkin! О, меня убило тоже, надеюсь. Сейчас, подожди, ты живи, ты живи, ты живи, пожалуйста, убегай куда-нибудь и живи. Нет. Да, все, я живу. Ты живешь? Вау, живешь. Да. Так, иду. Привет. Слушай, я туда к тебе куда? Да, все правильно. Ну, так, ты убил или... Ну, в общем... Остались только эти, полтергейсты. Слава богу. Так. Сейчас после полтергейстов должна манна остаться для тебя. Королева ты! Мама! Надо убегать! Чисто сердечно говорю. Вот тут мелкие есть, наверное, мелких надо мочить, с них будет манна выпадать. О, мелкие. Для тебя. Ну, у меня нормально. Вау. Так вот, удалось четко. А где... А, мы не убили тыквенную луну за луну. Мы не убили опять ее. И она убежала, королева. Так, слушай. Ну чё ты где-то? Я возле лавы стою. Лава? Ну вот я, ты ж меня видишь. Ну да. Так, слушай, чё у меня вот так? Я не знаю, как можно одному замочить всю эту толпу.
Слушай, у меня есть пугающее окошко. Воу, scary, scary. Готический стул. А, потому что ты прыгал сюда и собирал это все лабуду. Да, мне вот это выпало. Но она как... Вау. Но она такая же, как типа в джунглях. Ну, то есть зеленая вот. Да. Типа вот такая. Только длиннее. Только она... Да. Надо длиннее и черная. Не, бери нафиг, она мне нужна. Мне нравится. Она... Ну ладно. Так, слушай, что у меня еще есть? Мне больше ничего не выпало. Блин, беда, мы опять не замочили. Мы зато седьмую волну сделали. Ну, победили как бы. Оу, yes, седьмая волна. Мне нужен результат. Да, всем результат? На самом деле не нужен результат. Так. Мы живы. Хотя нет, мы кучу раз сдохли. Какой же мы живы. Ну, это я сдох. Не, я тоже сдох пару раз. Не, один раз. Два раза. Ну да, два. Да. Все, больше нечего крафтить. В смысле, нечего призывать больше ее. Нету материалов. Надо опять этой тыквы насадить и... Ну, у нас уже две тыквы есть. Вот она, видишь? За... Пермы опять сбегать туда. За птала по эктоплазмой. Что-то мне не получается сказать эктоплазмой. Хочется сказать... Пермы! Наверное, хватит. Да. Да. Седьмая волна, не так уж и плохо. А, подожди, королева, принцесса или как там ее? Тыква. Там... Может, она была последней, кстати. Возможно. Да, но мы... Я начал убегать, я под... Решил выпендриться и... упустил шанс. Ну ничего, спасибо, что смотрели, уважаемые зрители. До новых встреч. Пока. Всем пока.